Здравствуйте, вы смотрите выпуск «Стоп фейк ньюс». Здесь мы рассказываем о пропаганде и манипуляциях в интернете и на телевидении. И разбираемся, кто и о чем там врет. Меня зовут Марго Гентар. Одна из главных новостей прошлой недели – это смерть главы так называемой ДНР Александра Захарченко вследствие взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Россия сразу же обвинила Украину. Это подхватили российские СМИ. Мол, дело рук украинской диверсионно-разведывательной группы ДРГ при патронаже специалистов из США. Правда, доказательств причастности Украины не предоставили. Но вот, мол, есть все основания полагать. Еще пишут, будто бы мир Украине не нужен, как и минские договоренности, и что смерть Захарченко может повлечь эскалацию конфликта и провокации вооруженных сил Украины на линии соприкосновения, как вот пишет RT. А «Звезда» даже сообщает, что якобы там зафиксировано перемещение украинских войск. Это, к слову, один из методов манипуляции и отвода внимания – обвинять других в том, что делаешь или собираешься делать сам. Но и это не все. Российский следственный комитет уже даже возбудил дело за убийство Захарченко по статье «Акт международного терроризма». Утверждается также, что задержали подозреваемых, которые, мол, подтвердили свою причастность к Украине. ДРГ. Но давайте разбираться. Украинская СБУ со своей стороны открестилась от причастности и сообщают, что смерть Захарченко – это результат разборок между главарями боевиков. В украинском МИДе заявили, что такая быстрая реакция МИДа России говорит о попытках прикрыть марионеток, которых поддерживает Кремль. Утверждается, что боевики задержали 14 человек по обвинению в причастности к убийству Захарченко, а четверо из них признались в кооперации с Украиной. Но это фейк, свидетельства выбивали. Так вот утверждает представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. Глава СБУ Грисак заверил, что в СБУ нет данных о задержании украинской диверсионной службы, поскольку никто не посылал таких ДРГ на оккупированную территорию. Это не первый раз, когда Кремль усиленно ищет след украинской ДРГ, при этом не предоставляя доказательств. Больше смотрите у нас на сайте. Истории про всемогущие украинские ДРГ продолжаются. Так российские СМИ убеждают еще, что совместно с американскими спецслужбами украинцы якобы готовят диверсию в так называемых ЛДНР. Собираются, мол, отравить воду Донбасса радиоактивными отходами, а потом обвинить, например, так называемую ДНР или Россию. Ссылаются при этом на сайт Киберберкут. Они уже не раз попадались на распространение якобы секретных документов украинских властей, которые потом оказывались фейковыми. В новой истории утверждается, что украинские военные снова под кураторством американских инструкторов проходят спецподготовку в Житомирской области, а в марте получили контейнер с радиоактивными веществами с могильника Вакуленчик в Житомирской области, который и собирается сбросить в канал Северский Донецк-Донбасс, чтобы заразить воды населенных пунктов оккупированных территорий. Но давайте по очереди. Во-первых, все радиоактивные отходы изъяли из могильника еще год назад, а сам объект закрыли, территорию рекультивировали. Так что сейчас никаких радиоактивных веществ там нет. Кроме того, в данных Киберберкута много неточностей, что указывает на его фейковость. Как рассказал Константин Данько, гидролог и представитель Украинского гидрометеорологического института ИНАН Украины, статью эту писали люди, совершенно далекие от понятий водные ресурсы, радиоактивность, радиоактивное загрязнение, окружающая среда. Ставит под сомнение качество этой информации и тот факт, что авторами не приводится никаких данных по концентрации радиоактивных веществ и по дозам радиации. Не сказано, какими радиоактивными изотопами Украина якобы собирается загрязнять собственные водные ресурсы, рассказал гидролог. Бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев тоже подтвердил, что документы сайта Киберберкута фейк. По словам Селезнева, эти якобы украинские военные бумаги составлены с грубыми нарушениями. Ну и в завершение, говоря даже о просто здравой логике, радиоактивные элементы, попав в канал на Донбассе, заразят не только большую часть территории Украины, но и выйдут в Азовское и Черные моря. Так что это просто не имеет никакого смысла идти вот на такие спецоперации, ведь они могут быть вредны и самой Украине. Российские СМИ сообщили, что Чехия якобы не хочет принимать беженцев из-за украинцев. Ссылаются на чешского премьер-министра Андрея Бабиша. Сказал, мол, что Чехия не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, так как принимает людей из Украины. И вот российские пропагандисты начали сочинять историю о наплыве мигрантов из Украины или что Чехия приютила много граждан Украины. Но давайте разбираться насчет беженцев. На самом деле Чехия еще в 2015 году выступала
выступала против обязательного приема беженцев вместе с Венгрией, Румынией и Словакией. Под давлением Евросоюза согласились все-таки принять 2691 мигранта, но в итоге приняли только 12. И вообще сказали, что готовы платить штраф, только бы не принимать беженцев. Ну и насчет украинцев. Они проживают в Чехии, это да. Так, по данным чешского МВД, из почти 542 тысяч иностранцев, которые легально проживали в стране на май этого года, 22,5%, это 122 тысячи из Украины. Дальше идут словаки, больше 110 тысяч, и россияне, 36 тысяч. В стране работает 70 тысяч украинцев из 374 тысяч легальных трудовых мигрантов. Граждан Украины привозят в страну компании, поскольку в стране не хватает квалифицированной рабочей силы. И только 8 человек из Украины получило убежище в 2017 году. И насчет Чехии. Глава правительства Чехии не раз выступал против нелегальной миграции из Африки. Так, в июле Чехия отказалась принять часть из 450 мигрантов, которых власти Италии спасли возле берегов страны, сославшись на договоренности лидеров ЕС. Ну что ж, это был выпуск программы Stop Fake News. Мы продолжаем свою работу, чтобы помочь вам разобраться, какие СМИ врут и как не попасться на их фейках. Если вы увидели новость, которая вызывает у вас сомнения в ее правдивости, присылайте нам на проверку на почту или через форму сообщить о фейке. Больше новостей и аналитики читайте на нашем сайте stopfake.org. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. До встречи ровно через неделю. Оставайтесь с нами.